Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 40 на странице 20. Рабочей тетради по русскому языку для второго класса автора Канакиной. Прочитайте. Помогите коту и собачке собрать свои слова. Запишите слова каждой группы, разделите их черточками для переноса. Подчеркните разделительный мягкий знак. Кот собирает слова с мягким знаком, обозначающим мягкость. А собачка собирает слова с мягким знаком разделительным. Итак, слово «коньки» у нас уже записано. Давайте его обведем. Ра, перенос, ве, и в слове муравьи разделительный мягкий знак подчеркиваем. Счастье, разделительный мягкий знак пишем. Счастье, разделительный мягкий знак печенье. Тоже разделительный мягкий знак. Печенье. Разделительный мягкий знак. Свинья. Свинья. Разделительный мягкий знак. Льдина. Льдина. Пальцы для обозначения мягкости. Пальцы. Друзья. Разделительный мягкий знак. Друзья. Обезьяна. Разделительный мягкий знак. О. Без я на муравьи мы уже записывали. Больше мягкий знак для обозначения мягкости. Пальто. Паль. Перенос. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.